У Симона, давай. Вот она обязательно будет быстро ходить, потому что ей нечего демонстрировать. Ей лучше замахрить ух себя. Ты, слушай, не но получилось. Я хотела три винта сделать. Я вам специально сказала, она не падает. Дальше она не упадет. Ну, смотри, как она сейчас будет, на какой скорости все это творить. Ага. Какие-то движения такие. Ты скажи, можно так акробатику на бревне? Уверенно. Лететь. Уверенно. Да. Летит просто. Ну и другие показывали, в принципе, такие же элементы. Конечно, просто многие. Действительно увереннее делает это намного. О, нога выскочила, одной по ножу махнула и дальше стоим. Вот как. Четко. Просто как будто она врезается в это бревно. Опа. Нет, но все-таки она уже немножко стала подрагивать, а то... Да, это заметно. Она это раньше заметно. Даже не понимала, как это делается. И уже нет того фантастического пируэта, который она делала с Рандата планжом когда-то на Олимпийских играх в Рио. Вот ну, зато соскок. Зато соскок. Акробатической связкой практически заканчивает. Фляг, фляг и двойное сальто с винтом.